heaven on earth. Здравствуйте, добро пожаловать на наш прямой эфир с пастором Этом. Мы знаем, что его мощное и динамичное послание повлияет на вашу жизнь. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, что говорит пастор, потому что он передает то, что в сердце Бога для вас. Все верно, Энж. А сейчас мы передаем микрофон нашей группе прославления для хвалы и поклонения. Давайте встанем. Доброе утро, церковь! Этот день сотворил Господь, мы будем радоваться и веселиться в нем. Давайте воздадим нашу хвалу Господу, аллилуйя! Мой Бог это сделал! Вы готовы еще к одному чуду? Наш Бог верный, наш Бог великий, Он делает это снова. Мы можем радоваться, потому что наш Бог может сделать это снова и снова и снова. Воздайте хвалу Господу, мы в хорошем месте, наши лучшие дни впереди. Бог может это сделать снова и снова и снова. Наш Бог, который действует в нас своей силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Я хочу сказать вам сегодня, что Бог еще не закончил с вами, значит и вы еще не закончили. Возможно, вы подавлены, но вы все еще в игре. Настало время снова встать на ноги, стать сильнее и начать бежать быстрее, чем раньше. Бог говорит, лучшее еще впереди. Во имя Иисуса поверьте в это и воздайте Господу славу. Прославьте Его. Не нужно стоять с циничным выражением лица. Вы можете прославить Его, потому что Он достоин. Добро пожаловать ТБН, One Gospel, Praise TV. Буквально миллионы людей с нами. Приветствуем всех, кто смотрит нас онлайн. Все исправительные учреждения с нами. Их больше 30. И это чудо в разных странах. Африки. Приветствуем их всех. Это не студия, но мы проводим служение как в телестудии. Сегодня мы в прямом эфире, то есть у нас нет права на ошибки и ляпы. Потому что
все сразу все услышат и увидят. Так что все вы, прекрасные люди, кто смотрит нас в прямом эфире, мы проводим служение вживую. Вы живы, так почему бы вам не встать и не воздать хвалу Господу, где бы вы ни находились? Мы служим благому, великому Богу, и у меня для вас только хорошие новости. Добро пожаловать всем церквям Серсии, добро пожаловать всем из Азии, Европы, Африки, Америки, Китая, Пакистана, Ирана, Израиля. Где бы вы ни находились, у Бога для всех приготовлено все только хорошее. И мы не можем игнорировать этот факт, потому что Бог занят делом восстановления. Я знаю, что по-английски это предложение должно быть построено иначе, но уж как есть. Не спите сегодня здесь, но жаждите большего, и вам лучше восхищаться тем, кто превыше всего, потому что он стоит у вашей двери. Воздайте Богу хвалу, и вы должны быть рады, что находитесь сегодня здесь вместе с нами. Те из вас, кто ближе к Богу, те, кто на балконе, вы можете воздать Богу громкую хвалу. Сделайте это. Аминь. Скажите человеку рядом с вами, чтобы он ожидал великого. Будьте готовы к великим хорошим делам. Кто из вас доверяет Богу, чтобы все изменилось в вашей жизни? Я верю и доверяю Богу по поводу многих вопросов. Значит, мне нужно много прорывов. Не потому, что у меня есть негативные, тяжелые обстоятельства, но потому, что у меня есть позитивные, тяжелые обстоятельства. Нам есть куда пойти, нам есть чем заняться, охватить территории, построить церкви, приюты и школы. Мы здесь не для того, чтобы уходить на покой. Мы здесь не для того, чтобы разжигать огонь. Позвольте мне поговорить с вами сегодня. Возможно, у вас сейчас не так, как вы думали, должно быть. Но дело в том, что еще не конец. Вы еще не закончили, потому что Бог еще не закончил. Я открыл Псалом 29. Прославьте Господа. Не сидите с такими серьезными лицами. Никто не дал вам лимон, когда вы вошли сюда сегодня. Итак, мы читаем 29-й Псалом в Библии. Сказано: «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мной». Последнее слово всегда будет за Богом. Последнее слово всегда будет за Богом в вашей жизни. Ни одно орудие, сделанное против вас, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с вами на суде, вы обвините. Если Бог за вас, то кто может быть против вас? Я здесь для того, чтобы воодушевить кого-то, вдохновить кого-то во имя Иисуса. Церковь Блумфонтейн, вы не портрет. Встаньте, Северный Блумфонтейн, и прославьте Бога. Я слежу за вами на экране, вы в территории Блумфонтейни. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня, Господи. Ты вывел из ада душу мою из депрессии и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Возможно, вы чувствуете, что вы находитесь в могиле, но Бог вас оттуда вытащит. У вас могут быть проблемы сегодня, беды, но Бог вытащит вас из беды. Возможно, вы столкнулись с непреодолимыми препятствиями, но Бог — это Бог невозможного. Он вытащит вас из вашей невозможной ситуации. Скажите «Аминь». Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. Вспомните, что сделал Господь, и воздайте Ему хвалу, церковь. Это не безмолвная церковь, это славящая церковь. Воздайте хвалу Господу. Воскликните. Сделайте это, где бы вы ни находились. В Библии сказано: «Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его, вечером водворяется плач, а на утро радость». Бог обещает вам, что зима не будет длиться вечно. Бог обещает вам лучшие дни. После морозной, холодной ночи всегда сияет солнечный свет. Мне все равно, сколько длится ваша зима. Если вы живете в Норвегии, то зима длится очень долго, но они знают, что солнце появится снова. А я говорю вам, что придет не просто солнце, но Сын Божий. И я говорю о Сыне Божьем. Он воссияет над вашей жизнью и принесет исцеление на своих крыльях. И Бог принесет избавление, когда Он придет. В 12 стихе сказано: «И ты обратил сетование мое в ликование». Есть время сетовать, есть время радоваться.
«Снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает, Господи, Боже мой! Буду славить Тебя вечно, и все святые скажут «Аминь». Я хочу, чтобы вы знали сегодня, что Бог есть Бог хорошего. У Него есть много чего хорошего, но Он Бог, который изменит многое в вашей жизни. Он заботливый Бог, Он личностный Бог, Он Бог, который знает, через что вы проходите, и Он Бог, который знает, как освободить вас из любой тюрьмы, в которой вы можете оказаться. Он Бог, который знает, как привести вас на вершину горы. Он Бог, который знает, как поднять вас из самого глубокого тенистого болота, и Он Бог, который знает, как снова поставить вас на твердую почву. Друзья мои, Бог никогда не откажется от вас. Не отказывайтесь от самих себя, от своей мечты, от своей судьбы, от своего желания, своего будущего, от обетования Божьего для вас. Бог есть Бог, который исправит то, что сломано. Но Он сделает так, что неплодное принесет плод. Снова, и снова, и снова, и снова. Кто-то из вас уже приносит много плода, но вы войдете в сезон умножения, ваш бизнес будет умножен. Например, моя семья уже умножилась. Спасибо, Господи. Итак, то, что Он сказал, может вернуться к жизни. Скажите «Аминь». То, что связано, будет развязано. Что связано? Ваш разум, эмоции, тело, отношения. Они будут развязаны силой Божьей. Что было потеряно, будет найдено. Потерянный бизнес, потерянное сокровище, потерянные отношения. Что бы вы ни потеряли в жизни, Бог является Богом восстановления. Поэтому Бог говорит, что потерянное будет найдено. Как Саул, который пошел искать пропавших ослиц, Бог сказал пророчеству: «Вот где ослицы». Если вы потеряли клиентов, то что вы потеряли, будет найдено. Если вы потеряли бизнес, то что вы потеряли, будет найдено. Ваши лучшие дни впереди. Вам может быть 85 лет, неважно. Но так же, как Халеву, вам лучше иметь воинственный дух. Вам лучше настроиться на внутреннюю борьбу и отказаться садиться, отказаться от того, чтобы лечь и решить, что ваши лучшие дни впереди. Во имя Иисуса, возможно, у вас был тихий период, но у меня для вас новости. Грядет буря, и эта буря не от врага. Это буря благословения. Ливни благословения зальются на вас, и вам лучше быть готовыми к ним во имя Иисуса. У вас был период тишины, потому что это было время подготовки. Бог высвободит благословение за благословением, чудо за чудом, от прибавления к умножению. Я пророчествую об этом жизнь кого-то из вас. Будьте готовы, запишите о своем бизнесе восстановление, запишите о своем бизнесе умножение, запишите о своем бизнесе плодовитость. Во имя Иисуса, то, что уменьшилось, увеличится, потому что такому Богу мы служим. Он не Бог вычитания, Он Бог сложения и умножения. Мы умоляемся, чтобы Христос не рос. Аминь. Бог не умаляет вас. Бог не смиряет вас. Библия говорит: смирите себя перед Господом, чтобы Он смог поднять вас. Бог не разбивает вас о землю. Наш Бог поднял вас, когда вы сами дошли до дна. Он слава ваша, и Он возносит вашу голову. А возможно, ваши не самые умные решения привели вас на дно, но это не страшно. Итак, Библия ясно говорит: то, что было закрыто, откроется. Закрытую дверь Бог откроет. Скажите «Аминь». Перестаньте сосредотачиваться на том, что не так в вашей жизни. Начните доверять Богу, чтобы Он изменил все в вашей жизни. «Я устал». Нет, я не устал. Но мне надоело слушать людей, которые всегда говорят о том, что не так. Скажите мне, что так. Скажите мне, что Бог может сделать. Скажите мне, о чем вы доверяете Богу. Озвучивайте свою веру. Перестаньте озвучивать свой негатив и свои невозможные ситуации, основывая на них свою природу и ожидая сочувствия. Меняйте свое мышление. Меняйте свои установки. Смотрите вверх. Встаньте. Славьте. И верьте Богу, что все в вашей жизни непременно изменится. Это знак веры сегодня. Не сидите просто так, как будто вы мертвец. Встаньте и прославьте Господа. Проявите свою веру. Все станет лучше. Все изменится.
Я хочу, чтобы вы знали, нет ничего, что Бог не мог бы сделать. Мне все равно, что люди говорят о Боге сегодня, Бог тот же вчера, сегодня и вовек. Для Бога нет ничего слишком сложного. Иеремия 32:27, Бог говорит: «Вот и я, Господь, перестаньте определять меня, позвольте мне сказать вам, кто я. Я Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня?» Он отвечает сам себе и говорит: «Я не знаю такого». Поэтому Лазарь может быть в могиле уже 4 дня и начал смердеть, но Бог говорит: «Нет ничего слишком сложного, нет ничего слишком трудного, нет ничего невозможного для Бога, если вы верите». Марка 10:27, «С чем бы вы ни сталкивались, ваш Бог больше». Скажите «Аминь». Ваш Бог сильнее, ваш Бог более могущественен, ваш Бог истинный. Вы должны верить в это, потому что это основа нашей веры. Мы должны верить, что Бог сущий. Бог не был, Бог есть. Прекратите свою песню нытья, снимите свои арфы с плакучих ив. Начните радоваться в Господе и начните петь новую песню. Начните пророчествовать о будущем. Начните петь песню радости, начните петь о своем будущем во имя Иисуса. Мы не кучка горестных людей на похоронах, мы празднуем у пустой могилы, мы празднуем воскресшего Христа, воскресшего Мессию, который имеет всю власть на небесах и земле, который говорит, что нет ничего невозможного с Богом. Каким бы ни был высоким ваш великан, ваш Бог выше. Как бы ни ревела буря, Бог сильнее. Нет горы, которую Бог не может сдвинуть, нет бури, которую Бог не может усмирить, нет болезни, которую Бог не может исцелить, нет реки, через которую Бог не может вас провести, нет огня, от которого Бог не в силах защищать вас. Ваш Бог может все. Ваш Бог больше во имя Иисуса. Скажите «Аминь». Я пытаюсь проповедовать о вере в ваших сердцах. Я не пытаюсь, я проповедую. Иаир, начальник синагоги, образованный человек, знающий человек, что иногда является нашей проблемой, мы слишком умны. Библия говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. А во всех путях твоих познай Его, и Он направит стези твои, потому что очень редко вера имеет смысл для вашего ума». Если бы вы могли понять все, вам не нужна была бы вера. Иногда вы стоите у открытой двери, и вы не спросили, зачем ее открыли. С одной стороны, Бог — сила Святого Духа, когда вы стоите на Его Слове, пойдет перед вами. Но то, о чем я пытаюсь говорить сегодня, заключается в том, что прежде чем мы увидим изменения, мы должны измениться изнутри. Мы должны избавиться от пессимизма, мы должны избавиться от негатива, избавиться от нытья. Мы должны избавиться от привычки постоянно говорить о наших проблемах. Мы должны говорить об обетованиях Бога. Кто-то из вас оказался в нынешней ситуации не сразу. А вам нужно отвлечься от своей проблемы и снова сфокусироваться на обетовании Иисуса, вернуть свое внимание на личность Иисуса и вернуть свое внимание на силу Иисуса. Он может все, но Он говорит вам сегодня: «Для меня нет ничего слишком сложного, так что вы можете быть белым, как снег, но если Бог хочет, чтобы вы стали врачом, мне все равно, что преподаватели говорят о том, кем вы будете. Бог откроет путь, может быть. А вам придется сделать огромный длинный крюк. И для этого вам потребуется сначала пойти в училище, но не отказывайтесь от своей мечты из-за какой-то политики правительства. Вам лучше сказать «Аминь» громче, чем вы сказали. Кстати сказать, если вы черные и не хотите, чтобы люди процветали, вам будет сложно добиться процветания. А если вы белые и не хотите, чтобы черные люди процветали, вам также придется туго. Пора уже преодолеть проблему с цветом кожи. Не придавайте такого значения цвету кожи, прекратите радоваться пигментации своей кожи и начните прославлять Христа и цените своего брата и сестру. И смотрите, то, что вы будете желать, чтобы произошло в жизни других людей, произойдет и в вашей жизни. Этот курс направлен на подавление других людей для собственного продвижения в жизни. Почему, как вы считаете, вся страна катится вниз? Потому что Бог никого не подавляет. Это очень глубокая мысль и очень оскорбительная для тех, кто еще связан с расизмом. Прежде чем Иосиф оказался во дворце,
И его братья тянули его вниз, но Бог поднял его. И что сделал Иосиф? Он поднял своих братьев. Он не сказал: «Ну все, пришло время расплаты, поэтому мы хотим исправить Южную Африку. Прекратите унижать людей». Неважно, какого вы цвета, белый, черный или азиат, если вы белый, унижаете черных, вам будет сложно преуспеть в жизни. Если вы платите работникам несправедливым образом, вам будет сложно преуспеть в жизни. Когда Бог говорит с нами, Он говорит с нами во всей полноте. Поэтому мое обетование от Бога, полнота моего обетования — должны вдохновить вас. Но если ваша зависть хочет пустить меня под откос, мой брат, ты никуда не продвинешься в жизни. Итак, Иаир пришел к Иисусу только тогда, когда у него случилась беда, и это нормально. Он не был последователем Иисуса, но его дочь оказалась при смерти. Кто знает, что Иаир говорил об Иисусе? Но теперь он в беде, и он приходит в церковь. Многие люди много чего говорят, пока не попадают в беду, и потом появляются в церкви. Нам не важно, что вы там думаете или говорите, если у вас беда, приходите. Мы поможем вам. Мы будем доверять Богу, чтобы вытащить вас с вашей проблемы и чтобы восстановить вашу жизнь для Его славы. Скажите аминь во имя Иисуса. Итак, Иаир умоляет Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. Я хочу, чтобы вы знали, когда вы молитесь Богу, Он слышит вас. Но не отменяйте свою молитву, начав негативные разговоры. Послушайте, прекратите свои негативные разговоры. Слова, которые слетают с ваших уст, либо усиливают вашу молитву, либо рассеивают вашу молитвенную жизнь. Вы не можете просить Бога о чем-то, а затем говорить негатив все время. Тогда вы тратите время впустую в молитве. Послушайте, вам нужно исцелить свою словесную диарею. Смрад, которые загрязняют вашу жизнь и ваш разум, и людей, которые слушают вас. Людям дела нет до ваших печальных историй. Не хотят люди слушать одни и те же истории снова и снова. Расскажите нам, что сделал Господь. Расскажите нам, что Бог собирается сделать. Вот что делает этот человек. Он говорит: «Моя дочь при смерти, но я знаю, Иисус, когда ты придешь, она вернется к жизни во имя Иисуса. Ваш бизнес, возможно, идет ко дну. А вы, возможно, столкнулись с финансовыми проблемами. Это бывает. Иисус сегодня здесь. Вам лишь нужно принять решение. Поверить и перестать говорить противоположное тому, что вы утверждаете, во что вы верите. Потом, мы знаем, появляется женщина с кровотечением и прерывает чудо. Происходит заминка, из-за которой девочка умирает. Приходят люди и говорят: «Дочь твоя только что умерла». Задумайтесь об этом на мгновение. У меня есть дети, есть внуки. Мы все любим свою семью, свою кровь. Надеюсь, так оно и есть. То есть вы люди, которые любят свою семью, которые также любят семью Бога, братской любовью, о которой говорит Библия. А Библия говорит о благочестии и братолюбии. Мы должны любить друг друга. Мы должны быть добрыми, нежными, милосердными по отношению друг к другу. И больше всего это должно проявляться дома. Итак, подумайте. Люди Иаира приходят и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Послушайте очень внимательно. «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Здесь нужно принять решение. Вы слышали плохие вести. Представьте себе панику, страх, неуверенность, отчаяние и суматоху. Все сразу, которые с одной стороны готовы овладеть его разумом, но вмешивается Иисус. Вы должны понять это сегодня, как только Иисус услышал слово, здесь временной фактор. Прежде он позволил этому негативному страху войти. Иисус говорит ему: «Не бойся. Только веруй». Иисус никогда не менял своего решения. «Не бойся, только веруй». Вы доверяете Богу, что произойдет чудо, но все стало только хуже. Послушайте, не бойтесь, только верьте.
Не бойтесь, только верьте. Держитесь за Слово Божье, держитесь за обещание Божье. Бог не дал вам духа страха, но духа силы, любви и здравого ума. Потому что, когда страх входит в ваше сердце, вы теряете здравый смысл, эмоции, чувства овладевают вами, вам нужно держаться за Божье Слово. Иисус сказал: «Я приду и исцелю ее». Ребенок умирает. Поэтому обстоятельства не имеют никакого отношения к Слову Божьему. Я скажу это снова. Обстоятельства не имеют никакого отношения к обетованию, к Слову Божьему. Потому что Слово Божье испытывает вас. Вот почему Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Слово Божье испытывает вас. Это испытание характера. Что вы должны делать? Вы должны держаться за Слово Божье. Вы должны верить Его Слову. Вы не можете открыть свой рот и сказать: «Зачем пришла та женщина, Иисус?» Если бы не эта женщина с кровотечением, моя дочь не умерла бы. Представьте, вы верите Богу, вот-вот должно произойти чудо. Настал критический момент. Иногда люди просят и говорят: «Придите в больницу». А у меня нет побуждения. Поэтому они думают, что пастору все равно. Нет, не все равно. Я должен пойти в нужное время. И так случилась задержка. Ребенок умирает. Он мог же сдаться. Но он не сдался. Он держался за Слово, потому что Иисус сказал: «Не бойся, только веруй». В послании к Римлянам 10:17 сказано: «Вера от...» Позвольте мне сказать это так, как я обрел спасение. «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Вера происходит, когда мы слышим Слово Божье. Помогите мне, пожалуйста. Я вижу, что несколько женщин одеты в белое. Помогите мне, пожалуйста, быстренько. Пройдите через эту сторону. Один, два, три. Поднимитесь сюда. Вера от... Меня атакуют со всех сторон. Вера от слышания. Что происходит с вами сегодня? Пока я проповедую Слово Божье, приходит вера. Кто-то из вас настроен негативно, так что чем больше позитива в моей проповеди, тем более негативно вы становитесь. Ваша парадигма, ваш ум, фильтры в вашем разуме были промыты, чтобы стать циничным, наполненным сомнениями и неверием. Когда вы слышите что-то положительное, вы говорите: «Я уже слышал это раньше, и ничего не вышло». Но я не строю свою веру на основе того, что происходит в чьей-то жизни. Библия говорит, что многие люди потерпели кораблекрушение в вере. Если что-то не сложилось для вас, я не буду верить, что не сложится и для меня. Даже тогда, когда все становится совсем плохо, как в случае с Иовом, я верю, что Бог — это Бог восстановления. Он потерял свою работу, он потерял свою семью, он потерял свой скот, он потерял все. Его жена стояла рядом, ухмылялась и говорила: «Прокляни Бога и умри». Иов сказал: «Нет, он убивает меня, но я буду надеяться». Что случилось с Иовом? Да, он потерял своих детей, потерял свой бизнес, у него случилась трагедия, но у истории всегда есть продолжение. Его история на этом не закончилась, потому что Бог не закончил с ним. В Библии сказано, что Бог восстановил Иова и благословил его в два раза больше. Не спускайте глаз с Иисуса, славьте Иисуса, пребывайте в Слове Иисуса и защищайте свою веру, потому что праведный верою жить будет. Мы ходим верой, а не видением. Мы все преодолеваем верой, мы угождаем Богу верой. Послание к Евреям 11:6 сказано: «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Что сатана пытается захватить? Он крадет Слово Божье. Марка 4, Матфея 13. Вор приходит украсть что? Слово. Сеятель сеет Слово. Слово — источник вашей веры. У вас есть щит веры, им вы угошаете все раскаленные стрелы лукавого. Что враг делает? Он подкидывает негативные новости. Братья, кто одет в черное? Не сестры. Братья. Бесы. Страх приходит от... Не подходите близко к вере. Вера от слышания. Не приближайтесь ко мне. Итак, вера от слышания чего? Слова Божьего. А страх приходит от слышания чего? Вы меня слышите? Страх приходит от слышания чего? Страх приходит от слышания чего? Слова дьявола.
которые противоположны Слову Божьему. Когда внедряется страх, вера уходит. Они не могут сосуществовать одновременно. Поэтому Иисус сказал Иаиру, как только он услышал о смерти девочки, «Не бойся, только веруй». В этот момент была одержана победа. Не тогда, когда девочка была воскрешена из мертвых, а когда страх поймали, не дав ему развиться. Страх — это ложные доказательства, которые кажутся реальными. Страх — это наихудшее развитие событий. 365 раз в Библии, один раз на каждый день, кроме Высокосного года, Бог говорит: «Не бойся, не страшись». Не каждый день есть место в Писании о страхе, так как страх очень силен. Я не прославляю страх. Если мы укоренены в любви, мы не боимся, а вера действует любовью. Поэтому если мы боимся, это значит, что мы не укоренены в любви и сомневаемся в обещаниях Божьих. Битва выигрывается на этой стороне. Битва не выигрывается между верой и страхом. Не так, что один день я в церкви говорю «Аминь», Бог сделает это снова и снова, а завтра, когда прихожу на работу, я выражаю свои сомнения, негатив и так далее. Мои дорогие братья и сестры, вам лучше услышать то, что я сейчас пытаюсь до вас донести. В Евангелии от Марка 11:23 Иисус говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не сомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Слова, которые выходят из ваших уст, показывают уровень вашей веры, вашего сомнения, вашего страха, вашего беспокойства, где вы находитесь. Вот почему в притчах 13:3 сказано: «Кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Вы-то должны научиться согласовывать свои слова с вашей верой. А когда приходит страх, вы должны закрыть дверь. Страх приходит от слышания, как только он услышал. Подойдите сюда. Пожалуйста, я не собью тебя с ног. Подойди, пожалуйста. Когда приходит страх, давайте просто проиллюстрируем это. Вот, приходит страх. Что происходит? Вера уходит. Приходит страх. Подходите. А вера уходит. Как мне сохранить веру? Евреям 12 говорит нам, взирая на Иисуса, начальника и свершителя нашей веры. Когда Петр увидел бурю, идя по воде, когда увидел Иисуса, он что? Он испугался и начал тонуть. Он засомневался, что может ходить по воде, хотя уже шел, и вдруг начал сомневаться, потому что пришел страх, а страх всегда приносит с собой сомнение и неверие. Ужасная тройка. Страх, сомнение и неверие. Что такое сомнение? Замаскированное рассуждение, когда разум берет дело в свои руки. Ты не можешь просто ходить в простоте веры в то, что Бог говорит. Люди говорят: «Я ничего не хочу слышать о Боге». Нет, Бог сказал: «Не видал праведника, оставленным и потомков его, просящим хлеба». Бог сказал: «Мой Бог восполнит всякую нужду мою по богатству своему в славе Христом Иисусом». Бог сказал: «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться во имя Иисуса». Бог сказал, что Он откроет дверь, и никто не сможет затворить ее. Мой Бог сказал: «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится». Мой Бог сказал: «Никогда не оставлю и не покину тебя». Мой Бог сказал: «Будешь главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не внизу». Вы должны держаться за Слово Божье. В тот момент, как вы отходите от Слова Божьего, страх берет верх. Между ними всегда идет битва. А битва где? В голове. Вот почему мы должны питать дух, чтобы дух был сильным. Вот почему написано: «Не бойся». Социальные сети. Социальные сети. Социальные сети. Вы фанаты соцсетей. Вы меня пугаете. Когда вы публикуете что-то в соцсетях, вы даете людям право высказываться о вашей собственной ситуации. Жизнь или смерть. Вы должны прекрасно знать это. И если вы верите Богу в то, что произойдет чудо, не надо привлекать к этому общественность. Можете поаплодировать, это того стоит. Постойте еще, просто отойдите подальше. Я хочу показать вам этот принцип из Слова Божьего. Итак, Иисус слышит плохие новости и говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И никому не разрешили идти за ним, как только лишь кроме Петра, а также
Иоанна и Иакова, его самым близким ученикам. Если вы проходите через испытание или кризис, не рассказывайте об этом. Когда Иисус совершал чудеса, Он отводил людей в сторону. Но в своем родном городе Он не мог совершить чудеса из-за неверия своей общины. Не у всех, кому вы нравитесь, есть уровень веры. Такой, который помогает вам. Вы должны тогда отгородиться от неверия. Вы должны сделать это, потому что оно похоже на рвоту, запах которого хочет заразить вас. Я не хочу сказать, что это как рак, потому что рак не заразный. Я не хочу сказать и другого. Это как рвота, которая хочет заразить вас. Если вас окружают люди с неверием, их неверие заражает вас. Вы общаетесь с людьми, которые боятся. Вы общаетесь со сплетниками. Сплетни заражают вас. Иисус собирается воскресить девочку. Реальность состоит в том, что девочка мертва. И он применяет этот принцип здесь. Я даже не начал еще проповедовать по первому пункту своей проповеди. Но мы должны понять эти принципы, как они работают. Потому что когда вы проходите через кризис и звоните своей маме, а ваша мама даже не родилась свыше, это ошибка. Поаплодируйте Господу, если вы его любите. Я сказал, поаплодируйте Господу, если вы его любите. Аллилуйя. Если вы хотите увидеть чудо, вам лучше начать понимать, как действует вера. Не нужно рассказывать всем о своей проблеме. Если вы доверяете Богу, что Он спасет вашего сына, но при этом жалуетесь, как плохо ваш сын ведет себя, что с вами? Если вы доверяете Богу, что Он спасет вашего мужа, но при этом сидите на домашней группе и сплетничаете о своем муже, что с вами? Я хочу, чтобы вы молились со мной за моего мужа. Нет, ты не хочешь молиться, сестра, ты хочешь посплетничать, просто называешь это молитвой. Небеса на земле. И если хотите жить, нужно делать то, что делал Иисус. Нужно перестать быть под контролем своих чувств и эмоций и считать, что это нормально, потому что сплетни позволяют вам чувствовать себя лучше. Но пока вы чувствуете себя лучше, лучше и лучше, вы разрушаете свою собственную жизнь. Пока вы сплетничаете налево и направо, вы разрушаете свою жизнь. Вы разрушаете свою жизнь своими сплетнями. В социальных сетях сплетни, сплетни, сплетни. Вам нужно остановиться, пока все не закончится. Пока все не закончится. Пока все не закончится. И я сказал, пока все не закончится. Вам нужно остановиться. Вам нужно остановиться. Вам нужно закрыться в своей комнате и окружить себя Петрами, Иаковами и Иоаннами. Вам нужно остановиться, закрыться и сделать это. И нужно начать молиться и молиться и молиться и молиться и молиться, пока все еще не свершится. Пока все не свершится. А когда свершится, настанет время публично прославить Господа. Когда свершится, прославьте Господа и скажите, посмотрите, что сделал Господь. А вы не знаете, через что я прошел, но я был в церкви каждое воскресенье. Я славил Бога каждое воскресенье. Позвольте мне рассказать вам теперь, что сделал Господь. Прославьте Его, церковь. Сделайте это. Телезрители, воздайте Ему славу. Поднимитесь все, кто нас смотрит. Бог еще не закончил свою работу с вами. Мы еще не закончили служение. Я чувствую духа хвалы, который вырывается здесь наружу. Мы стряхнем всю трагедию и печаль. Верьте Господу, Он свершит великие дела. Я люблю вас.